Друзья, знаете, что это такое? А, вот он даже открыто. Напишите в комментариях. Посмотрю, что там внутри. Хоба, никого нету. Ой. Куда идем мы с пятачком? Друзья, здесь был бассейн в советские времена и баскетбольный зал. Сейчас футбольная школа. Ну вот, Рищенко, друзья, богатый район. Флага ЕС нету, флага Литвы нету, а флаг Украины есть. Лена говорит, что здесь жила до 3 лет. Тут еще не было этих зданий, Лина. Ну а ты где ты тут жила? Так старые дома, вот, а этого тоже не было. Кстати, друзья, это 10-этажка. Не было, их в 89-м году построили. Юргис Сантанас, Алойзес Ир Мартинас. Друзья, вот такая вот тарелка в конце 80-х уже была в продаже. Люди покупали. Такая вот из сетки сделана, только поменьше. Единственный спутник ловила немецкий. Орион или Сириус. Там сейчас, которые каналы закодированы, они еще тогда, в те времена, в конце 80-х, раскодированы были. Когда в школе учился, мне один одноклассник в гости пригласил и показывал. Где это вообще антенну взяли? В те времена. Друзья, первый раз вижу в Литве, и в частности в Клайпеде, откопанный дом на 0,5 метра, как после потопа. Потому что, смотрите, здесь лестница идет. Вот она, лестница, и она в никуда. А внизу плитка, не плитка, камни немецкие, а вот мостовая на 0,5 метра выше. Это Сатурнас, что там такое торчит. Посмотрите, друзья, здесь оставили старый кирпич, как выглядел. На многих зданиях у нас так оставляют. Прусский, немецкий. А вот, пожалуйста, люди вечером. Как былые времена. Там, наверное, очень много людей будет на месте уже. Даня Скверос. Полный город, друзья. 7 часов вечера. И мы немного хотим клипы разнообразить. Где фламинго? А, вон фламинго, Лена говорит, фламинго. Прилетел. Фу, как инквизиция. Головы. Сегодня, друзья, умер солист группы «Ласковый май» Юра Шатунов, который 73-го года рождения, а начал петь с 13 лет. Там общая сердечная недостаточность. О, песики. Это уже Лина меня руководит. Сними, мяли, спашь. О, тут круто. Шунюка. Шунюкой, бернюкой. Лина, выходили сюда. Мы постоянно ходили.
Чикснос Парнюлиздас, Кавиня Барас, уже давно не работает. Как интересно, я уже говорил, почему бомжи не сперли. Швенте виксто дане сквере, мамуша. Праздник, сквер Дани новый, отреставрированный. Очень много людей, я в шоке прямо. Кстати, в этом здании после войны не было прохода, вот здесь вот потом сделали. А, ой, Шунюкас. Дар Венас. Вен с Шунюкой, другой. А тури какую по-чистому Йону Тянар. Я не... О, сколько людей, друзья, ужас. Так как дрон нельзя здесь над людьми, я если подниму, то так со стороны покажу, со стороны. Я так тоже петь умею. Йонас, Йоя, Ирдайноя. Фантастика, друзья, фантастика. Людей как на праздник моря почти. Блин, комар меня укусил в руку. Тут очередь большая. Давай, варум, тоже.